Україна 1, Росія 3, битва! І два бойца команди збірної України. Як ніколи потрібна підтримка двом бойцам України. 2-1. І крові медика, іначе буде жовта карточка. І було цікаво посмотрети за його результатами, і ми з нетерпением будемо ждати результати, які об'явили Гупашин. І посмотримо, чим же закончився этот раунд. Ми бачимо, що боєць отримав травму, ми будемо надіятися, що все обійдеться і травм буде. Кажуть свою область! Зрителі підтримуємо, підтримуємо бойців! Сразу переходить в атаку команда збірної України. Пытаются выстоять россияне. Переходят в атаку и российские бойцы. Сразу видно, что бойцы на равных. Пытаются сражаться. Перешли в более пассивный вид. Нету еще ни одного упавшего бойца. Долго стоят, долго, действительно долго стоят они. Ребята, дорогие зрители, поддержим, поддержим команду. Невероятно стойкая пятерка. Что у россиян, что у украинцев. Пытался только что повалить на землю один из бойцов. Наблюдаем. Четверо бойцов команды сборной России и трое бойцов команды сборной Украины. И очередные упавшие есть аресталище. И на поле последний боец сборной Украины. Стоп, бой! Стоп, бой! Стоп, бойцы! Ну что это такое? Россия 3, Украина 1, Украина! Отойди! Давай, давай, бля! Нет, стоп! Нет!
больше ни одного упавшего бойца не было, Ристарчи. Есть такая, но продолжается. Бойцы, которые выведены из строя, просьба сесть или лечь на ресталище. Он упал на колено и встал. Ребята, бой продолжается. Поддержите, пожалуйста, участников. Ничья в поединке. Команды 4-5. От того, насколько бойцы сильны и профессиональны. Видим троих бойцов сборной России и два бойца команды сборной Украины. 2-2. Бой продолжается, поддержим.
Подтянули цю. Сразу переходит в атаку команда сборной України. Пытаются вывести россияне. Переходят в атаку российские.